Традиционно накануне празднования Дня Победы жители ДНР едут к мемориальному комплексу «Саур-могила», чтобы отдать дань уважения советским воинам, сражавшимся здесь в далеком 43-м, и бойцам ополчения ДНР, оборонявшим эту ключевую высоту летом 2014-го. Государственное предприятие «Автодор» в преддверии 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне взялось за восстановление дорожного покрытия на автомагистралях по маршрутам следования к мемориальному комплексу «Саур-могила». Специалисты «Автодора» уже восстановили 207 квадратных метров асфальтового покрытия на дороге Донецк-Харцизском-Вросиевка. Работы по укладке асфальта на этом маршруте еще продолжаются. Сегодня дорожники латают ростовскую трассу. Ямочный ремонт, по информации из профильного ведомства, ведется с использованием асфальтобетона. Помимо восстановления дорожного полотна, работники «Автодора» занимаются вырубкой поросли и уборкой мусора по обочинам транспортной магистрали. Восстановительные работы на автодорогах, ведущих к мемориалу «Саур-могила», должны быть закончены до 7 мая.